сегодня дома смотрели фотографии, как мы отмечали ему 30 лет, потом там 50 лет, а 40 лет не отмечали, потому что это плохая примета. Мы жили тогда на аэропорте, вот. И все те, кто придут сегодня, тоже были у нас. Ну, не все, но большинство были, да. И, в общем, это все проскочило за один момент. Поэтому я хочу сказать, что ты все это оставляешь здесь, все плохое, все какие-то проблемы, все, что было. Но так же быстро, как первые годы проскочили, первые десятилетия жизни. Чтобы после этого так же быстро не проскакивать. Нет, так же весело, чтобы ты пошел дальше в следующие 10 лет. Чтобы завтра уже, как будто бы мы отмечали еще через 10 лет, потом еще через 10 лет. И все бы мы были с тобой. Твои лучшие друзья и лучшие вообще жизненные планы. Вот. Поэтому за тебя. Здоровья. Да. Юбилей, дождь хоть все вокруг залей. Мы-то выпьем больше. Пусть Борису 60, он самый юный из ребят. Что с ним? Учились в группе. Наша жизнь как светлый дождь. Борис, наша жизнь как светлый дождь, что с неба льет на нас с тобой. Что сегодня, что вчера, зарядил как из ведра с неба. Сохраняй всегда, Борис, в нестареющей душе солнечной погоду. Борис, знай, что жизнь как светлый дождь. Боренька, мы тебя поздравляем с юбилеем. Этот подарок тебе. Долго нас радовал. Да, и чтобы мы следующий юбилей с тобой отметили. Да. Привет, да мы не... знакомы. Конечно. Борис, наша жизнь как светлый дождь. Борис, наша жизнь как светлый все-таки юбилеем пришел любимым. Это великолепный, замечательный.
Через неделю исполнится 43 года, как мы с тобой познакомились. Даже не верится. Раньше, чем с нами. Ну, естественно. На первом курсе. И с Витей. И с Витей. Не, а с Витей в другой группе учился. А, Витя, а ты почему был в другой группе? Почему ты был в другой группе? Так попал. Ему не повезло. Борь, здоровья тебе. Давай. Спасибо. На пафсорт не смотри, оставайся таким же жизнерадостным, как 40 лет назад. Да. Так, дорогие друзья, мы жили-жили, ждали-ждали, и наконец это случилось. Борис Александрович достиг возраста зрелости мужчины. Оказавшись в этой обстановке, я потерял дар речи, потому что, как я уже сказал, Михаилу такой антураж я видел только в Эрмитаже. Но там не было столов и ничем не угощали. Так что, Боречка, мы тебя поздравляем с своим юбилеем. Желаем тебе здоровья. Продолжение успехов. Чтобы все, кто любит тебя, окружали тебя любовью и заботой. Все, кого любишь ты, имел возможность их любить. С днем рождения. Я помню, как мы с вами отмечали ему 30 лет. Вы были 30 лет в аэропорте, метро аэропорт. В этой квартире сейчас живет моя тетя. Вы были в полетах каких-то. Я про 30 лет еще говорю. Да, из аэропорта у нас был. Ну, Инга была. Значит, все остальные были. Дима был с Лидой. Мы были. Миша, все были, еще были ребята, кого сегодня там нет. Следующие десятилетия. Мы будем все с тобой. Возьми с собой всех нас. Мы Да. В Эрмитаж, как Дима заказывал. Тебя внимательно. Я не могу на тебя смотреть. Я этого человека видел нельзя на первом курсе. Правильно, видишь, как похож. Блин, обалдеть. Да, да. Повадки такие. И повадки такие. И вообще тоже так. А раньше был похож на мою маму. Ну, вот и прошли первые 60 лет твоей жизни. Думаю, будут еще. Поэтому, что я хочу сказать. На самом деле, я считаю, что мне очень повезло. Мне повезло очень с отцом, потому что передо мной всегда был пример честного, доброго человека. Человека, который любит окружающих. А с матери? Ну, безусловно. Но... Сегодня речь не о тебе. Сегодня речь не о тебе. Громче смотри. Но от души. От души, давай. 60 – рубеж особый. Время мудрости пришло. Веселиться ты попробуй в этот день, годам, назло.
вспомни прошлые заслуги, дням грядущим улыбнись, отмечай, не зная скуки, вино и радость окунись. Будь счастлив, все, что я желаю. И смысла жизни не теряй, а птиц железных проверяю, над мелочами не страдай. Вот это я никогда не знаю. Участник первого юбилея, это я. Ты знаешь его больше всех. Да. Здесь, да. Ну, многое было сказано теплых слов. И про молодость, и про рассвет сил. Борь, я хочу сказать о твоем самом главном достижении. Самое главное, что тебе удалось в жизни, это встретить свою половину. И получился в результате вот такой прекрасный сынок. Вот это, я считаю, самое-самое большое твое достижение. Боря, с юбилеем тебя! Ура! Боря, с юбилеем! Поздравляю! А я тебе хочу сказать, что у тебя кроме замечательной жены, сына, еще есть еще продолжение, которым ты являешься крестным отцом. Да, мы это никогда не забываем. Таня, мы это всегда помним. Вася, как у тебя? Сколько все жрю, дядя Боря. Уже пора говорить Борис Александрович. Красотец, не наш правочек. Ну, очень солидный звучит, Борис Александрович. Ну, Ну, я еще не дорос, Степан Борисович, мы ему еще рано. Вы не раздели себя так, чтобы не говорить, Степан Борисович. Я хотел бы поблагодарить вас, в первую очередь, за ту любовь и заботу, которую вы тоже мне оказывали, когда помогали моим родителям всегда меня растить. Помнишь, какие вы меня учили играть? Никогда раньше. Ну ладно. Что вы обрываете такой торжественный и веселый на мне? Дядь Боря, вы вырастили чудесного сына, который для меня был примером таким, на который надо вести свой ориентир, на который я равнялся, когда мне говорили: «О, Степа поступил, смотри, какой молодец, а ты еще в 9-м классе». Пора уже идти. Ну, собственно говоря, со Степой я брал пример на вас, всегда смотрел на своего отца и понимал, какие чудесные его друзья, товарищи, как вместе выросли и какие поступки совершали. И за это я вам просто признателен. Спасибо, Вань. Очень хороший тост. Ура! Крестным папой Стёпы. Боря, я тебя поздравляю.
Мы знакомы с Борей с 82 года. Я знаю его как надежного, замечательного человека, хорошего товарища, замечательного друга. Боря, чтобы у тебя юбилей, это был еще один, чтобы мы встретились. По жизни бывают какие-то, да, препятствия, неудачи в плане здоровья, препоны. Я желаю, что ты это, ну, прорабатывал, преодолевал и чувствовал себя, как ты всегда был, уверенный, спокойный, такой стабильный. Я хочу, чтобы у тебя было стабильность, здоровье, уверенность в себе. Да, старайся, пожалуйста. Мы чем можем тебе помочь? Когда все поговорил, а вы как встречались или вообще? Я днем проще, я его не спасал, я его не брал. Я хочу вспомнить своих родителей и выпить за них. Если они не дожили до 60-летнего юбилея, дожили только до 50-летнего, но они всегда с нами, всегда пошли. Наш спаянный коллектив объединяла одна очень популярная в то время песня. Борис, наша жизнь как светлый дождь. Борис, наша жизнь как светлый дождь, что с неба льет на нас с тобой. Ну, дальше так спеши. Что сегодня, что вчера, зарядится из ведра. С неба дождь льет воду. Сохраняй всегда, Борис, в нестареющей душе солнечной погоду. И привет, Борис! Тихо. Знай, что жизнь как светлый дождь. Борис, знай, что жизнь как светлый дождь, что с неба льет на нас с тобой. Боря, с юбилеем тебя! Как вы такое сочинили? Да, вот так. Как вам это? Вот это. Да, давайте. Да, да.